Нестандартные уроки. Разработать мобильное приложение, собрать дрон и освоить 3D-графику. В Чебоксарском детском технопарке «Кванториум» нет ничего невозможного. О занятиях, на которых творят будущее, в нашем следующем сюжете. Миниатюрный дрон размером с мобильный телефон может быть в воздухе несколько минут. Его более крупные собратья чуть дольше. Эти металлические одноглазые птицы – гордость Аэроквантума. А вот эти мальчишки и девчонки – его надежда. Сегодня перед ребятами не стоит задача собрать квадрокоптер. Все начинается с простого. Мы должны были отмерить отсюда 8 миллиметров и аккуратно ее приклеить вот отсюда. Потолочная плитка, двусторонний скотч, брусочки дерева – основные элементы конструкции. Клей и шуруповерт для прочности. Из таких материалов у ребят получается дельтаплан. Максим Поздеев учится в 5 классе. В Аэроквантуме занимается не первый месяц. Мне нравится делать такие модели. И у меня уже дома целая коллекция разных самолетов. Я часто смотрю фильмы про самолеты, про историю самолетов, про разных конструкторов. Я знаю таких конструкторов, как Туполев, Антонов. Я хочу стать инженером. Для меня это будет очень хорошо, потому что я тоже стану таким же, как и папа. Сейчас у ребят подготовительный этап, так называемый нулевой цикл. Он нужен для того, чтобы в будущем полноценно заниматься в технопарке. Сначала они учатся, допустим, резать, потом замерять, потом центровать модель. То есть каждое занятие по нарастающей, соответственно. Потому что если мы будем на месте стоять, то, естественно, мы далеко не уйдем. Пока что в «Кванториуме» занимаются ученики 3 столичных школ. В будущем их будет больше. Все это возможно благодаря программе сетевого взаимодействия. Это сделано с той целью для того, чтобы выстроить так называемую программу полного дня. Чтобы действительно школьники были заняты важной работой, учебой, образованием. Образование оно происходит не только в стенах школы, но и непосредственно в учреждениях, скажем так, дворцов творчества, домов культуры и остальных учреждений дополнительного образования. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика.